Телеканал КРТ представляє. Зараз із нами на зв'язку Вероніка Данильченко. Вона проживає в Мексиці в курортному місті Канкун, яке входить до п'ятірки кращих курортів світу. Вероніка, доброго вечора. Добрий вечір, Буенас Тардес. Привіт із сонячної Мексики. Розкажіть, будь ласка, нам, як змінилося життя курортного містечка після запровадження карантину? Він у вас вже триває, наскільки зрозумів, 2 тижні, і завтра дійсно закінчується карантин у вас? Официально карантин в Мексике начался 23 марта, и на сегодняшний день он был продлен до 30 апреля. Буквально, да, пляжи опустели за 3 дня, как только объявили о карантине, опустели наши отели, рестораны, закрылись дискотеки, потому что я работаю администратором в отеле, и буквально за 3 дня люди покинули, туристы покидали город, потому что объявили о карантине, началась небольшая паника, люди покупали новые билеты, обращались в консульство за помощью, но все прошло организованно, и сейчас, да, отельная зона закрыта, работает только центр города, местные жители находятся в режиме самоизоляции, я бы сказала, 80% населения используют маски и перчатки, но никаких... Скажіть, будь ласка, карантин для курортного міста природньо – це є колосальні збитки. Чи є якісь додатки для бізнесменів, які втратили там робочі місця чи втрачають доходи? І роботу, я так зрозумів, зараз втратило дуже багато людей у вас, бо це ж сфера обслуговування. Чи їм щось компенсовують? Да, туризм приносить Мексиці 20% бюджет. Только в 2019 году Мексика заработала на туризме 25 миллионов долларов. Уже сейчас правительство разрабатывает программы на будущее по снижению цен на путевки и на авиабилеты. Что именно сделано для людей? Я как работник отеля, я получила компенсацию, выплату в размере месячной зарплаты, это более 500 долларов. Малообеспеченные граждане получают коробки с продуктами, с продовольствием, предметами первой необходимости, маски, санитайзеры. Банки дают продовольственные беспроцентные кредиты, потом кредитные каникулы на 4 месяца дают банки, отсрочки на кредиты. Мобильная связь очень интересна. Сейчас можно отправить сообщение, получить 100 бесплатных минут, 150 сообщений. Работают волонтерские организации, рестораны помогают людям. Правительство, возможно, одобрит то, что можно будет использовать свои пенсионные вклады сейчас, какой-то процент на время карантина. Дякую. Ну, вообще, мексиканцы очень дружный народ и помогают очень сильно друг другу. Дякую. Чи працюют, например, аптеки, торговые центры, супермаркеты? И чи нема проблем с каким-то певным видом товаров? Ну и нас цікавлять, звісно, цены. Чи немає скачка цін? Обірвалася зв'язок. Зараз хвильку, зараз від зв'язочок, бо дуже цікаво, власне, з далекої Мексики. Ми знаємо, що мексиканці надзвичайно життєрадісний народ, але от мені цікаво, коли буквально поряд там в Флориді, Каліфорнії, самі американці не є дуже такі дисципліновані. Що, до речі, провокує. Так, недаремно ходить анекдот, кажуть, коли мексиканці дізнались про кількість захворівших у США, вони самі швиденько добудували стіну. Зрозуміло. Гаразд, чи в нас буде відновлений телефонний дзвіночок? Будь ласка. Ну, в будь-якому разі, поки ще є можливість для... Є зв'язочок, так. Власне, які порушення за... Які покарання фінансові... За порушення карантину, це до того питання, що я вам задавав про аптеки, супермаркети і ріст цін. Смотрите, некоторые супермаркеты пытались повысить цены в начале карантина, но у нас есть такая организация в Мексике, Profeco, тут же наложили на эти супермаркеты внушительные штрафы, и все это прекратилось, цены вернулись такие же, как были до карантина. И сейчас любой гражданин страны, если он увидит необоснованное повышение цен, может позвонить в эту организацию и будут наложены штрафы. На сегодняшний день цены остались такие же, как были до карантина. Интересный момент, у нас ввели сухой закон, потому что правительство Мексики заботится о здоровье граждан,
о иммунитете, поэтому сейчас изъят алкоголь из продажи. Вот так. Дякую. Ну и власне, покарання фінансові для тих, які порушують режим карантину. Да, никаких административных наказаний или штрафов у нас нет. У нас введен комендантский час до 10 часов вечера. Нельзя посещать пляжи. Просто курсирует полицейский патруль. Просто к вам могут подойти полицейские и просто сказать, чтобы вы возвращались домой. Но это на сегодняшний день. Дякую. І взагалі, чи орієнтуєтесь ви в сумі, цифрі, скільки зараз захворіло людей, скільки померло, і чи немає паніки? Власне, чи, а ще можливо, чи вистачає у вас засобів індивідуального самозахисту? На сьогоднішній день зареєстровано около 3 тисяч заболівших коронавірусом. 141, это летальный исход, 141 человек, 633 человека выздоровели. Именно в Канкуне, в нашем городе, 11 случаев заболевших коронавирусом, но ни одного летального случая. И знаете, я уже 2 недели нахожусь на карантине, я не выхожу, но когда я попыталась купить маски или какие-то санитайзеры 2 недели назад, продажи в аптеках их не было. Но сейчас мне друзья говорят, что все нормализовалось. И мексиканцы, они очень оптимистичный народ. Они мне все говорят, не нервничай, все болезни от нервов. И все у нас в голове, просто берегите себя и своих близких. Как такая скорбь понижує иммунитет. Я дякую вам, гарного вам дня, здоров'я, це зараз найголовніше.